бинокля схожу, например, влево. Да, заходя влево, я выхожу вправо, а выхожу справа. Знакомая ситуация, помните, где собака лежала на перекрестке? Там было то же самое. Ну, кстати, внизу отображается ключ 1, то есть тот предмет, на котором у меня сейчас стоит галочка, звездочка, точнее. Вот. И осталось проверить вот этот грузовик. По-моему, он куда-то, да, куда-то еще не увезет. Я сейчас туда съезжу, а потом вернусь обратно. Так, видимо, надо зайти в то здание. Вот еще куда-то он меня привез, но эту локацию я пока не буду разглядывать. Вернусь обратно.